Роскошные дворцы, старинные беседки и горные пейзажи Кавказа. В центральной библиотеке открылась персональная выставка химкинской художницы Полины Буториной. Последние годы уделяется огромное внимание культуре в нашей стране. Это и национальный проект культуры, это и различные региональные проекты. И нашему городу повезло, что у нас есть такая замечательная центральная библиотека, модельная библиотека, в которой проходит сейчас огромное количество мероприятий. Полина Буторина – участник фестиваля и финалист многих творческих конкурсов. Ее картины написаны с натуры, при естественном освещении. Это придает полотнам особенную ценность и погружает зрителей в южную атмосферу. Свет, даже никакой фотоаппарат, камера не передаст этой живости света, как именно пленэрная живопись. И художник с красками на пленэре только может этот солнечный свет живой дать. И он виден на этих работах, он радует глаз, и люди это чувствуют. Работы выполнены в технике импрессионизма с элементами реализма. Картины художницы посвящены югу России, а также городам, природе и архитектуре Кавказа. Это выставка о разных поколениях, о разных судьбах. Краснодар есть. Краснодар всегда очень жарко. Знакомые места, я как раз здесь отдыхала. Центральная библиотека – это место притяжения творческих людей. Здесь регулярно проходят интересные встречи, выставки и мастер-классы. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.